Аббатство Даунтон. Промо-видео фильма продолжение. Премьера фильма состоится в сентябре 2019 года. Лента является продолжением популярного сериала. Компания Focus Features опубликовала первый тизер-трейлер полнометражной ленты, снятой по мотивам популярного телевизионного шоу «Аббатство Даунтон». Премьера фильма состоится в сентябре будущего года. В картине снимаются актеры Мишель Докери, Мэттью Гуд, Мегги Смит и Хью Бонневиль. По слухам, действие фильма будет разворачиваться спустя 10 лет после событий, показанных в сериале. Автором сценария фильма является Джулиан Филлоус, который также создавал сценарий для оригинального сериала. Режиссером выступил Брайан Персивал. Ранее сообщалось, что в сети был опубликован трейлер фильма «Жил-был Дэдпул» с Райаном Рейнольдсом в главной роли. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmi-correspondent.net. По материалам сайта news.gr.com.